Всем большой привет, и сегодня у меня будет новое видео. Сегодня я ездила в магазин за покупками, и сейчас покажу, что я купила. Вот, столько интересненького я купила. Итак, первое. Это вот такая вот фигурная точилка с ластиком. В виде вот такого вот сокола. Давайте откроем и посмотрим. Два в одном. Вот такая вот точилка. Вот здесь можно точить. И вот это ластик. Как бы его мордочка. Вот. Очень красиво сделано. А следующее это у нас вот такая корректирующая лента, корректор. Давайте тоже сейчас откроем и посмотрим. Вот такой вот он большой, зелененький. 5 миллиметров у него ширина, а длина 6 метров. Это довольно-таки неплохо. Сейчас посмотрим, как он корректирует. Вау, ребята! Как же это мягко просто! Очень классно! Всем советую, я его покупала в Фикспрессе. Так, а следующее, это у нас вот такие вот голографические закладки. Я купила две. Вот такая вот закладочка в виде котика рыженького. А если наоборот, то это еще и линейка. Очень красиво сделано. И открываем вторую. Вот она точно такая же, только с планеткой. Также переливается. И тоже линейка. А следующее я купила набор маркеров с эффектом металлик. Написано то, что ими можно рисовать на темной бумаге. Вот тут цвета, которые написаны, конечно, на английском, но я буду вам читать на русском. Здесь есть золотой, серебряный, оранжевый, зеленый, синий и тут написано red pink, это какой-то красно-розовый, наверное. Давайте откроем и посмотрим. Вот так вот они выглядят. И давайте посмотрим, как же они пишут. Ух ты ж, ребята, у него стержень какой-то даже блестящий. Не воняет, сейчас посмотрим. Вау, ребята, это просто классно. Я сейчас сделаю выкраску и вам покажу. Ребята, очень классный маркер, вы только посмотрите, как они переливаются. И вправду похоже на эффект металлик. А дальше я купила алмазную картину. Вот такая, посмотрите, какая миленькая птичка колибри. Собирать ее нужно будет круглыми стразами. Она очень красивая, такая радужная. И последнее, что я купила, это вот такие два блокнотика. Давайте начнем с этого желтенького. Это вот такой вот котенок. Он пьет кофе или коктейльчик. Эта тетрадка очень приятная на ощупь. Я даже не знаю, что это такое за бумага. Но очень приятная на ощупь. Здесь 48 листов. Она в точечку, ребята, вообще. И на каждой страничке нарисован вот такой вот мопсик. Он вот так вот бежит. Это типа мультика. И последний блокнот. Это вот такой вот. Тут нарисован вот такой мультяшный бегемотик. Я забыла, как его зовут. Обложка очень твердая, очень красивая и приятная на ощупь. Внутри вот такие вот разноцветные листочки.
Иногда еще встречаются картинки. Например, вот. Или вот. Упс, это была не последняя покупочка, а предпоследняя. Потому что последняя вот такая. Это набор вот таких кистей с резервуаром для воды. Я такими кистями еще никогда не пользовалась, но хочу попробовать. Так, достаем. Ого, вот такие кисточки. Здесь, похоже, вот сюда наливается водичка. А вот это, похоже, сама кисточка. Посмотрите, какая же она тоненькая. Вау. Это была тоненькая кисточка. Тут есть еще одна. Эх. О, смотрите, это уже толстенькая. Вот такие вот классные кисточки. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Всем пока!